Прощай розум. Wow, давайте. Moldova is famous for its wine. And so I've come to a village, a random village here, just stopped off in the car, to see if I can't try some homemade wine here in the countryside. Let's see if we find some friendly people, drink some wine, and maybe hear some stories. Join me. Magic people for the people! Я слышал, что ваше вино в Молдове самое вкусное в мире. Я хочу искать домашнее вино где-то в вашей деревне. Вот. Может быть, есть. У нее есть очень вкусное есть? Вино. Да. Есть молдавское чистое вино. Вы да. сам делаете? Да, сама делает. Да. Есть чуть-чуть? Есть. Можно попробовать? Конечно. Ох, добрый человек, так скоро. Конечно. Вау, спасибо вам Приезжай большое. Сюда. We're all going to drink Moldavian wine in the village. Oh. Maybe even the goat's coming. Пойдем. Вася, Митя, не хочешь? А, нехай сидят. It's like the Golden Girls. Anyone remember that program from Florida? Three old ladies living it up. Right then. Ого, спасибо. Ох, красивый. А, курица тоже есть. Куры есть, все есть. Понятно. Так спокойный город, где вы живете? Здесь хорошо, спокойно живется. Да, но это хорошо, это важно, Свежий конечно. Воздух, природа. Да, 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 да. Вау. Садитесь ага. Садитесь да? Садитесь хорошо, сюда. Отлично, спасибо. Сейчас она принесет. Хорошо. Вина, курица, пыль. Ага. Мы пенсионерки все. Ой, когда я еду, да, ага. машина, я всегда посмотрю. Пенсионеры, которые сидят, как столу здесь, на улице, и да. посмотрят, что на улице. Что делает? Да, кто пошел, да. кто нет. Да. Так, ой, давайте тогда. Давайте. Вау. Это настоящий. Давайте я буду положить это здесь. Знаете, я хочу вас спросить, как вас зовут? Меня зовут Болд. 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 Меня Валентина. Валентина, очень Сону приятно. Валентина. Очень приятно. А меня Мария. Мария, очень приятно, Мария. А вы? Поля. Поля, очень да. приятно. Спасибо за приглашение. Вау, мой первый раз. Сядьте. Хорошо, куда бы? Какой хотите. Давайте здесь тогда, давайте. Вау, Wow, you're so kind. What lovely people you are. We're all going to get drunk together with babushkas. Сколько сможете, столько берите. Хорошо. Чисто молдавское, чистое вино. Вау. Это разные сорта винограда, что у меня на огороде. Понятно. Хорошо. А что чин-чин. Говорит вы? Чин-чин? Uh-huh. Чин-чин. Здоровья. Спасибо за приглашение. Всего хорошего и за здоровье. Спасибо большое. Давайте попробуем. За здоровье. Давайте. За знакомство. Вкусно? Очень вкусно. Лучше, чем что я купил в магазине, честно говоря. Да, это вкусно. Это домашний. Это потому, что я не чувствую, что... то... Ангидрит, вот это, да. Вот. Там нету что-то химики или что-то, да? Так? Да, это да. совсем натуральное. Это натурально, ни сахара, ничего. Тут ничего, чистый сок. Вы можете объяснить, как вы сделаете это вино? Честно говоря, я не знаю. Я знаю, что виноград есть, и потом вино, если болтилочку. Ну, но между это... Собираем, да. У меня есть большая бочка. Я в ту бочку. Понятно. И оно там бродит. Понятно. Я уже знаю, сколько там... Сколько дней надо, чтобы бродила? А потом у This lady is explaining how she makes the wine. So first of all, she picks the grapes, obviously. Then she puts it into a barrel. She lets it ferment. And she already understands how many days it needs to ferment. Сколько дней около надо? Ну, примерно 3-4. Как погода? Если погода теплая, за 3 дня готовый. If the weather is warm, then it takes less time for it to ferment, so like about 3 days. И потом можно пить через 3 дня. Нет. Надо, чтобы оно осело, чтобы простояло. Нет. Oh, of course, an argument about how to make wine. Все поднимается, а чистое вино остается на Да. So the best wine falls to the floor of the barrel, so that's the best one at the very bottom. Понял. Это сок. А потом уже мы пускаем этот сок чистый. Собираем. They take the best juice from the bottom of the barrel, and then, и потом. А потом мы ставим специально, имеем бочки в погребе, туда заносим.
And then they put it in some other kind of special tub that I don't quite understand. Okay, и понял. Там он еще постоит, он еще бродит немного. Еще бродит. А, and then again, не сильно, но бродит в бочке. And then it ferments a little bit more in the other special tub that they put it into. А потом закрываем, хорошо? Садится, когда уже, да. А когда вы будете это, когда я веду по телевизору? Нет, мы не делаем, да. А, нет? У нас есть специальная машинка. А, they don't do the stamping thing here in Moldova. They have a special machine to churn it up. Наши молдавские женщины все умеют. She's saying that Moldovan women know how to do everything. И штукатурить, и вино делать, все умеют. Oh, they do everything. They'll look after chickens, they'll make you a cup of tea in the morning when you wake up, they'll do your wine. Wow, amazing woman. Мне нужна молдавская жена тогда. Мне надо найти. Вот, все любят молдавских жен. Хорошо. She's saying that everyone, I said, I want to find a Moldovan wife, and he said, yes, everyone loves Moldovan women. Хорошо, согласен. Они у нас и красивые, и Да. Я был женат. Да. А мы уже хотели невесты искать. They're already going to look for a wife for me. I've pulled in village. It's amazing. Crikey, who needs Tinder? You just come to a village and drink wine with old babushkas. Хорошо. Я хочу сказать, да, я пожалуйста. Одна. Да. Если вы мне найдете богатого мужчина, хотите я искать? Я знаю, she wants to find a rich husband. If there are any rich subscribers out there who want a nice, beautiful бабушка, then come to this village, there's one for you. You've pulled already. Говорит, что не уместится в объектив, бо полное. I didn't understand. Мои родители были сосланы в ссылку. Сибирь. Потому что из Сталина или из-за Сталина? Да, при Сталине. При Сталине, да. Under Stalin, that... какой год? 49-й. In 1949, Stalin sent her relatives to Siberia. Exiled them, basically. Почему? Потому что были молдаванки или... Нет. Богатые были. This is very interesting. Her relatives were rich people, rich villagers. And so Stalin sent them, exiled them basically to Siberia. And из-за этого вы жила в Сибирь тоже. Она родилась там. Много лет, вы 8 лет были там. Они 8 лет там были. В школу ходила там. So yes, that's the history of the region, that Stalin did this to like the kulaks or the richer class, sent them out to Siberia and to Kazakhstan and places and exiled them. And this lady was also sent out to Siberia with her family and hence she lived there. Когда вы вернулся здесь, в вашей деревне? В каком году? В каком году вернулась? Вернулась когда? And then in 1958, she was allowed to return after the death of Stalin, and she returned here as a child to the village where she grew up. And so then they were rehabilitated, which is the word that kind of means that they were, I don't know how to explain it kind of in English, but a rehabilitation politically, which meant they were kind of forgiven for, or they said that it was agreed by the government that they didn't commit the crimes they were accused of by Stalin. So they were rehabilitated and then brought back to the village. They were allowed to return to Moldova, to their native ancestral lands. And that's when she came back in 1958. Понятно. Mm-hmm. Но грустная история, конечно. So she was telling me that there were four children that went to Siberia, and one of her sisters died on the train to Irkutsk, to Lake Baikal. And she died on the train. They threw her off the train, basically, and just left her there. And, you know, obviously not the family, obviously the guards or whoever's in charge. And the train just carried on. They had to leave her. So you can imagine the immense sadness that, you know, that these stories, I suppose, like well up within when you think about what was happened to these people, the terrible things that were done to these people under Stalin. Ну, слава Богу, что сейчас... Лучшее время. Лучше. Да, лучше да, конечно, время. Конечно. Очень хорошо. И мы что была я... история. Мы да, при советской я... власти очень хорошо жили. Да? Да. Да. Мы жили they хорошо. Said they lived very well under Soviet, under the Soviet system. They lived well. Ну, когда вы сказали, что вы жили хорошо, вы имеете в виду после Сталина? Да. Да, Хрущев, да. Брежнев. Да. Да.
Yeah, so it's such a strange juxtaposition, isn't it? You've got the first half of the Soviet Union, which is obviously the Stalin period and the Lenin period, which is the time that people don't look back fondly on. But then you have a different system, and once Khrushchev came in the big thaw and the secret speech and all that kind of stuff, and Brezhnev, when people in the Soviet Union started to live a more normal life. They weren't constantly pressured, they didn't have that fear of being exiled or something like that. Хорошо, вы знаете, что я очень уважаю про вас, если могу сказать, что вам. Это что... У вас есть грустная история в вашей семье, да, ну как было в Сибири, да, все да. Сталина, но все равно вы сейчас, мне кажется, если это важно, если это правда, нет, ну, счастье люди. Да. Ну, как-то вы так держался. Мы и... должны жить. Вот. И это, жить, что я очень уважаю. Жизнь продолжается, разве вот. Надо все? Нет, а я хочу сказать, пожалуйста. Что осад да. в сердце есть и будет до смерти. Конечно. Ну ладно, так далее. Я не буду мешать еще. Спасибо вам очень большое за ваше время. Это было очень интересно познакомиться с вами. Где вы это можете публиковать когда-то? Или можем услышать? Вы хотите посмотреть? Конечно, хотим. They want to see it. I found some more subscribers. Я могу писать, как можно найти или что-то, если вы хотите. Хорошо, в интернете, да? Да, интернете, да. Интернете. Знаете, YouTube? YouTube, да, я буду там поставить. Да. И люди будут посмотреть. Если вам не против. Мы не против, нет. I said, are you against me? Putting on YouTube, they said no, not at all. I think they want to be stars. Hey, crikey, maybe they'll even start a channel up, Babushkas of the Village. The ladies, I was just about to finish, and they said, hey, have you ever tried samagon? Samagon is homemade vodka type of thing. And so she said, here, would you like to try some? And so I'm gonna have a little try of samagon with them. Let's try some homemade vodka. Oh. Ой, спасибо. О, видала мне самый большой. Я уже понял. Вы мужчина. They're trying to get me drunk. They're giving me the big one. Everyone else has a little one, and look at me. Good God, it. This is going to be strong. This is going to be strong. Да, хорошо. Wow, they're going to take advantage of me. Давайте. Спасибо за приглашение. А я себе влю цель. Let's all get drunk. Давайте еще раз. Ай, мы рядом. Давай, Полина, чокайся. Чокаться. Давайте. Чин-чин. 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 Спасибо. Как в Италии говорят. Чин-чин. In English, cheers. Cheers. In Italiano, чин-чин. Чин-чин. I'm afraid. Я боюсь чуть-чуть. Потому что это очень крепкий. Но это экологически чистое. Хорошо, давайте так. Домашний. Все. Ай. О, дом. Прощай, разум. Вау, давайте, давайте тоже. Ой. О. Hardcore babushkas. They are hardcore in this village. They don't mess around. Oh, wine and vodka. I've got to drive back to Kishinev in a minute. Oh my god. Wow. Drunk babas. All right. See you later, guys. See you later. До свидания. Спасибо. I'm out of here. And look what I've got. They've given me a nice bottle of wine to take home. All right. Fun times in Moldova. Amazing people here.